Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению Traffic Loo. И мы на просмотре рекламки зарабатываем биткоин сатошики. У меня сейчас на балансе 577 сатох. Значит, у меня очередной вывод. Я вывела 10 тысяч опять. Не стала я сильно много набирать. Значит, здесь прописываете свой биткоин-адрес. Прямой кошелек. Никаких микрокошельков. Просто прямой кошелек ваш. И сохраняете его. Значит, так, WinDraw. Вот вчера у меня 22.12. Поздно вечером я ставила уже на вывод. 10 291 биткоин сатоша. Идем на почту, и мы только что получили 10 291 биткоин сатош на кошелек. 23.12 это ночью мне пришел вывод, плюс 10 291 BTC. Все замечательно, платит. По поводу вывода, кто, друзья, не знает, кто будет первый раз выводить. У вас здесь вот WinDraw, кошелек вы пропишете, сохраните. Вот здесь будет ваша сумма. Минимум на вывод, следите, нажимаете на колокольчик, и там написано, когда 3000 минималка, когда 4. Она как-то вот так котируется, значит. Сейчас вот было 3000, сейчас я нажала на колокольчик, у меня показывает 4000. Так что смотрите. Нажимайте на эту сумму, ваша сумма попадает сюда. И нажимаете WinDraw, обновляете страничку, и у вас будет в пейдинге. Нет, сначала вы нажимаете сюда, ваша сумма здесь. Нажимаете WinDraw, вывод. У вас появляется окошечко. Вам на почту придет код. Вы идете на почту, копируете этот код, вставляете в графу, будет такая полоска, и нажимаете подтвердить. Вот. Это безопасность такая. И ваши денежки, монетки становятся в пейдинг. И через несколько часов, ну буквально, я не знаю, ну вот я ночью ближе к вечеру поставила, это уже было поздно вечером, 8-9 час, не помню. И ночью мне пришли биткоин сатохи. Вот. Все замечательно, все платят. Кому интересно, пользуйтесь. Минималка набирается быстро. Вот колокольчик, нажимаете. Значит, и вот здесь сама последняя минимум WinDraw. На данный момент 4000. В прошлый раз, когда я смотрела, было 3000. Ну, как-то вот так. До новых встреч!